Я сейчас это разрол потом дам по фасту. И этот перед этим, блядь, после трэша перед миником ФКшным я там дам переход. Убьем пока эту мелочь. За дракона, который тоже этот взлетает, тоже доп ЕП. Может быть, если убьете доп, блядь. Напоминаю. Ну, танки. Что, на ов не от 2500 типа? Сенджера 2500, подойди в демин. Сказали 2500. Ты один ставишь, значит 2500. Че, она одна на замене была? Я понял. Я кастеров и бафферов возьму. СПД взяли банк, я обратно в банк возвращаю стек. Алло, алло, Кирилл. Алло. Вы нужны в РСке? Ну, Никита-то нужен, а я? Ну, он потому что завтра не будет, я его взял сегодня. Завтра же РСка еще одна будет. Ну, вторая. А что ты большого мобани отдал, фонарь? Опять чилю, там, что ли? Как бы он бафает вот этих. Я его всегда забирал. Он двух маленьких вот этих бафает. Ну спроси, может какой-то... Ну я тебе могу на Зовера поменять, Зовер завтра. А, пофиг, нет, нет, мне не принципиально. Я просто думала, помощь нужна. Мне пофиг, типа я травку фармлю. И понятно. Мне очень нравится на замене. Шишки? Да. Это хорошо. Шепсик, я тебе шишки собираю. Это мне? Спасибо. Ну и тебе тоже. Всем шишек. Спасибо, можно кидай по почте. Пиво из шишек поставьте мне, сделайте, блядь. У нас сухой закон. Ой, ебать. Что с вами? Очень любвеобильная, когда пьяная, поэтому... Ага, понятно. Опасно. Интересная, интересная информация. Ладно, я тогда дальше пойду травку собирать. Я на заменку опять там есть что, если кто отвалится. Гудбай. Давай. Так, сейчас я же сказал, сейчас РС-ка. Так, надо с ребра по-былому раздролить. Надо кому-то это кольцо? Параш. Я по-бырому листаю, если надо, там остановите меня. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Можно косты позбивать, пожалуйста? Чтобы... У меня кольцо на метро. Кольцо 10. Кольцо 10, Войда Акума. Кольцо 10, да, тоже беру. А и Зовер еще делитесь тогда. Там Зовер еще хочет. Он тоже на успех. Зовер да. Кольцо? Лол. Ну и бери тогда. Вообще похую. Ну там два эти кольца, ребята, упало. Чтобы поделить нормально. Ну он один Акуме и этому и Зоверу. Я типа. Ну пас. Да, зачем? Все, давайте оба обмен по десятке тогда. Токен, паладин, женщина. Мне там, слышишь, ботку. Я за ну, здесь. Танковскую? Да, да, да. Так, сколько тебе фонари надо? Одна и тебе. Давайте оба обмен. Фонарь. Сколько у меня паладин жечи на книжек? Вам вдвоем они только нужны. Раз, два, три, четыре. А с клича не падал еще? На тебе шоп с две и фонарь две. Клича друидовский и варус. Понял. Дальше поехали. ДК токена. Мне две штучки надо. Че там? Кто там? Больше никому?
Давай обмен отдам тебе 3. И воин-охотник Шима надо кому-нибудь? Войдика там еще можешь 4-ю взять. А, Санжура, мне обмен и Эдику. Эдик, на тебе, короче, этот отдашь Санжуру и кольцо, подожди сейчас. Танцай там, как ты падал, он никому не нужен? Санжуру отдашь, воин-охотник Шима. И спина с метров, так, сейчас я еще не дошел. Как бы тоже паролил нахуй. Дальше боты вкусные. По-любому кому-то надо. Ебать, никому на касте. Не надо, казалось. Можно это касты потикать там, пожалуйста? Адель, 4 левела, Адель. Или еще что-то. Посмотрите, не кикаются, они только станом сбиваются. Вроде сало можно взять. Сам можно. Ну, я тарелку не раз бивал. Можно, можно. Ну, тебе обычным киком нельзя ему этот волну эту сбить. Нет, нельзя. Барбарос обмен. Дальше. Бланшу это не надо, надо кому-нибудь пояс. Монтовский. Клевич. Ну, нету лут. Что ты хочешь, Санжура? Так, все, покурите пока, по-бырому 4 минуты. Беба, дай порт в Огре, ой, в Доран. Вот это скорость. Точно. Ну, кому-то точно вот это. Я потом даже. Можешь серверу сразу поставить? Если два. Блять, я вот смотрю на элемов, блядь, почти 19к долинал. Аж глаз радуется. Элем этот неплохо ночью дал. Спасибо. Да мне все равно кажется, что вот до... Когда вот там не поменяли еще Т4, там было, можно было больше того. Потом как... Больше разогнаться можно было с 4-4. Просто статов не хватало. Ебать, ну просто передача детства, нахуй, сука, говнище, блядь, ебаное. Кстати, шкаф надо троих сумануть. Тыкните? Тыкните, бля. Так. Швепс, Швепса проебали, да? Швепс тут? И Войд Фьюри нету. Войд в центре стоит, не тут. Швепс только нет. Да, но мне нужна муша долить, у меня одна лишняя еще осталась тоже.
Потом в магик сразу летим. После этого. ЕВК завтра. Хватит на сегодня. Сразу что там выпало. Кстати, это линканите, не линканите, а точнее расшарьте квест на ход. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо. Я уже все банки нахуй выкинул. Давай трейд еще раз, бать. Так. Короче, на пол, ой, АФК точнее, ну и пол АФК, поехали, короче. Все, все готовы, дремить, запускаем фонарь, ты двоих потом заберешь. Где-нибудь сюда он почему-нибудь поставишь, окей. Угу. РДД раньше набрали по 12 метров, рассосались и... Валить отсюда лишний. Ладно, я убью бы, он стану, блин. Похуй. О, 27 стаков, блядь, молодцы. Двое сильнее страдания. Мать умудрился умереть уже. Болтар не оставляй. Цензура, бесприст. Пиздец. Идите с подъебала. Где вы там умираете? Подъебал. Двое сильнее страдания. Умираю, фонарь второй. Ебать, он хп резнул. Прикольно, блядь. Пиздец, блядь. Аккуратно раньше держим, блядь, фонаря сложим. Фонаря держите. Резайте сами, кто умер. Бежим быстрее на эту дракон. Я рыбу поставлю. Забери у меня лутера, у меня и ПГП добавить. Да ладно, Пеба, типа, я же тебе говорю, вдвоем похуй, можно было там стоять, ничего страшного. Сори, если что.
Нарчи на полу. Герус полу дадите. Адель? Все, все готовы, отчет даю, почет прям. 5, 4, 3, 2, 1. Эх. До ПП. Угу. На первом месте 2 ДК, нормально. Четко. Сейчас заходим внутрь. Фонарь половишь или мобов слева, справа? Ну, мне тогда надо место освободить. Ну, он, блядь. Дима, эти печеньки либо в кресте танчишь. Просто там, если что, их подводить умеет. Чё страшного? Дремич, на максимальный рейндж туда к стене отводишь, чтобы нас не фирило разве. И потом лут доролить еще будет. Че ты таунт не нажал, Дармич? Слабый что ли? Дармич, свет, фонарь, тьму будешь ставить. Мне вечное пламя надевать во тьме? Я один раз танчил. Ну можешь одеть, если хочешь, похуй. Типа, не так важно. Бля, не хочу пати, короче, переделывать. Сейчас назову так ники, кто во тьме остается. Мирая, Чувава, Алканфил, Ондра, Боссом, Санжуру. Фонарь и хулишит по хилам Ридига, Акума и Вальмора. Глю и Зовер свету быть. Зовер остаешься в свету всегда. Хотя не, Глю остаешься в свету всегда. Зовер потом выйдешь в свет. Вот так. Не выйдем эту хуйню и отбегаем. Паладины ауры поменять. Надо адекватно. Дальше отойдите. Сейчас шотнет кого-то. РДД... Ой, этот, блядь. Все время стоим в одном кемпе. Милики, РДД, похуй.
Локи, можно портал сразу поставить, если что. Наперед. Мини-гайд вам. Дермич, шаг назад еще сделай, пуша, блядь, дернется босс. Еще. Пойдет. Вальмор, дашь перед заходом по фонарю зубы? Ну, перед заходом во тьму. Я бы поубал. Метеор перебежали быстрее. Да ладно, похуй. Потом еще оставь. Блять, четыре человека, блять, метеор полутали. Вагоны служи, видите? Охуенный пул в Гере был. Минус 4 сразу. Арислин, кто там, Алконфел. Глю и кто-то еще там. С правой стороны заходим. Вот со стороны печеньки отсюда заходим. Заходите. Все, зашли. Переместились вот сюда в печеньку. На эту сторону в печеньку встали. Блять, там две печеньки нахуй. Сюда встаньте, блять, на другую сторону. Как обычно, ну, чтобы слева ебало находилось его все. Шесть секунд. Четыре уже. Думаю, можно двигать. Двигаемся. Надо быстрее. Не спал? Успеем выйти. Блять, опять на мне, сука. Диспел? Где там портал? Далеко. Ладно, ждем. Стопнули, тьма не бьем. Тьма не бьем вообще, стопнули. Выходим. Аккуратно, метеор там падает. Служи, выйдите, главное. Все, похуй, стойте на той стороне, ничего страшного. Только встаньте, блять, в один фрейм. Че вы диспалите так? Тьма не бейте, блядь, сейчас пизда нам будет. Дермичу пизда. Тьма, вообще стопните урон, пожалуйста. Тьма, можете бить. В принципе, уже. Метеор перебежал. Адель, дай Геру нам. Диспел, дайте поскорее всего, блядь. Чё он там пиздец, блядь? Два пала, блядь, глюзовер, Алёна. Он сильно далеко съебался туда, я не доставал, пришлось выбежать. Бланш. Представь, как в Гере бы такие диспелы были. А, у нас Гера, блядь, КД ещё, ёбаный в рот, нахуй. Хуёво, блядь. В деле было максимально бы хуёво и неприятно такие диспелы, перебежания. Тьма там больше, да, эти ДПС и Геру там у тебя, не знаю. Так у вас тоже КД. А, у вас тоже КД. Точно. Ну там, может, кто-то умирал, блядь. Для тебя. Фонарь прожмись там, если что. Больно себе. Жмитесь. Я это прожмусь. Блять, какая-то хуйня не лут. Опять, блять, что за лупа нахуй. Давайте да. Сразу. Я портал слава. Танки надо кому? Фонарь, да? А у меня есть же. А, есть. Но опыта, да. Арислину дам, потому что он часто танчит, потом заберешь. Хорошо, упала.
Боты, танки, скинаручи, хаст, кожаный и кожаный зап. Хосты у меня, СПНшны. Снимите рисунки. Да, ну, на хаст зап агильный. Да, сейчас я разрулю. Сейчас разрулю, блядь. Да, хули шить, если что, поменяю иди. Сейчас за РС дам ЕП. Можете. Ну давайте активнее, блядь. Ладно, пускай Алканфил Рислин дерет. Все, окей, Рислин 4К. Я ебёшь. 10к ставлю, если что, у меня будут. У совы спиздить. Ну хорошо, говорит. Да ебись. 10к там уже за запы, ребят. Я ебал нахуй. Больше 10к будет кто-то за запы ставить? Там мут у человека просто. Золер. У меня нету даже спорта. Все, все окей. Скорее всего 10 тысяч. Охуеть, ебать. Так, давайте по луту по-быстрому пройдемся. Это надо хуйня кому-нибудь на танк? Что я? Да. Перчатки. Подождите, шею. Ну, деритесь за шею, я просто дальше листаю. Вы же вдвоем все равно деретесь, я вижу. Наручи эти надо кому-нибудь? Да, выйдите все с РС-ки. Ребят, выйдите все на выход, чтобы сложность поменять. Нам гиногер поставить надо. Зоер, выйди, пожалуйста. Там, если что, в магике я уже шмот.